Вот так вот, смотрите. Вот так. Сначала нашвырять разных ребят. А потом посмотреть. Вау. Спасибо. Все, я понял. Так, ну ладно, будем портить. Значит, у нас очень выразительный, красивый профиль есть, да? Да. Давай, наверное, прямо с него и начнем. А еще есть очень красивый вот этот чек. Да. Есть такое понятие, как некий каркас цвета, да? Каркас белый, каркас темный, ну или каркас красный. Смотри, что делаем. Мы накидали чуть-чуть белил, а теперь в этих белилах ищем силуэт. Помнишь, на вернисажах есть люди, вырезающие, да. И ты вот вырежешь силуэт. Тебе виднее, как выглядит черты лица твоего сына, да? Создашь здесь вот такое. Можно не белым, можно черным. Лучше белым. Вот. Но белый даст этому более праздничный, не такой, не такой все-таки страдающий характер. Там есть некоторый страдающий характер, а этот будет. И отсечешь белым, посмотришь, в какую меру. Да. То есть это будет каркас белого. Этот же белый теперь должен мигнуть где-то и здесь. Может быть, это будет просто вот какая-то вставочка белого, ничего, ни к чему не обязывающая. То есть здесь будет, допустим, довольно крупное пятно белого. Может, оно даже продолжит свой ход к самому краю. Может, ты для того, чтобы белый уложить, подотрешь теперь. Но вырезать будешь именно вот так. По белому, да? Да. И у тебя очень удобное будет вырезание. Потом уже будешь добавлять. Потом уже будешь добавлять темнотики. Допустим, глазной впадинки под носиком. Ротичек. Ну что, так себе складывается, да? Сразу. Отлично складывается. И он будет цветной такой весь. Таинственный от своего цветового содержания. Значит, я пока этот тебе оставляю, а ты... Я сейчас с этим еще поработаю. Ну, давай, больше. Ладно, да, немножко поуточняй. Значит, еще раз напоминаю, как это было. Я взял белило, раздавливая, уложил вдоль, вырезал идею профиля. А теперь пальцем и мастихином, вырезая, добываю силуэт. Давай так. Был бы более произвольно, не таким потоком, а просто вот каким-то расходящимся никак. Слишком поточно. То есть пусть он будет никак. Чтоб не было видна вот эта река белого. Хорошо? Да. Пусть больше расходящаяся. Ну, пока что-то он мало похож на... Ну, так, ты же мама рисует, мама же очень волнуется. Я шучу. Ну, конечно, мало похож. Чтобы рисовать много похоже, нужно много нарисовать портретов. Mm-hmm. Поэтому пока он мало похож. Ты ему выдвинула скулу и губы, а у него они, как у более классического мужчины, скорее заваливаются туда под нос. То есть не так они у него, да, выпечены. Вот.
Человек, который часто рисует, он эти вещи сразу выкупает. И пока еще не сразу. Вот эта часть у него хорошо вышла. Бровочка не смотрится там внятной линии. Нету там линии. Там есть мутное пятно. И линия только чуть-чуть выражена именно в районе глаза. Посмотри туда внимательно. Да. То есть там нет такой выраженности линии брови. Наоборот, больше выражена вот эта вот впуклость. Посмотри туда. Скорее вот здесь темная линия, чем у брови. У брови она есть, немного в районе переносицы. То есть минимум делаем то, что видим, а не придумываем. Хорошо? Вот горбинка. Куда-то уходит. То есть ты видишь, вот эта линия пошла наскос, теперь, а не наоборот, да? Как-то так он был целовательно настроен, теперь он нормально настроен. А вот эти цветности, как они здорово сейчас сидят, правда? Просто с шиком сидят. Лоб туда достаточно глубоко пошел, ну, в свою затылочную. Так, давай пока это оставим, пока оно в хорошем состоянии. Давай следующего. А вот какого? Или вот этого, или вот этого? Вот этого? Вот этот, конечно, такой интересный. Да. Там глаз. Давай поступим так же, как мы видим на фотографии. Прочертим линию и к этой линии начнем пристраивать тело. Чернявость глазной впадины, под носом темнятина, губы темнятина, под подбородком темнятина. Там, где светлятины, вытираешь. А потом нагонишь тот цвет, который там, собственно, и был. Зеленый так зеленый, да? Чтобы вот эта идея сохранилась. Здесь нигде не заканчиваешь. Вот если здесь он закончится, вдоль линии, здесь не заканчивай. И там это достаточно будет естественно. То есть свет оттуда падает, поэтому он рассеивается в ту сторону. Игорь, а не надо ли ему рисовать какую-нибудь идею коротких волос? Да. Сделаешь вот так вот, натопчешь. Вот здесь можно как дрозофила сделать, так как будто ты ножками дрозофилка ножичками потопталась. Хорошо? Да. Значит, ты поняла, здесь рассеянное, попытайся к линии пристроиться. Периодически линию себе возвращай. И вот будет такое лицо, можно значительно крупнее. Пусть подбородок будет здесь, а надбровная закончится здесь. Пусть будет крупнее, этот чуть поодаль. Тоже будет прикольно. Да. А здесь можно ухо нарисовать. С началом головы. Зачем-нибудь. Ну, я не знаю, к примеру. Прикольнее так, да? Да. Ну давай. Да классно, что он огромный.
Так. Ну, понятно, что с портретом ты еще очень мало знакома. Первый раз. Вот, поэтому я так особо не буду распинаться. Ну, как бы покажу саму идею работы для нашей задачи. Все-таки наклон этот выразить максимально. Тоже вот эти недобритости чуть-чуть показать. Забыла высветлять или что вот это? Или что тебя удивляет? Нет, у меня для зуба не так надо справиться. А сейчас как-то даже похож. Ну у него, видишь, благозвучные черты лица, поэтому мы их делаем благозвучными, и он сразу становится похож. Потому что там очень контрастные тени. И трафарет лица, в принципе, похож на красивого мужчину, поэтому он как бы похож на себя. Хотя это просто черты, красивые черты. Ничего там сверхъестественно похожего нет. В принципе, любого красивого мужчину вот так контрастно сфотографировать, будет что-то похожее. А особенно если фрагментарно. Нет там этой жесткой линии. Да, жесткой нет, но я просто... Не оправдывайся, нет там жесткой линии, и это очень важно. То есть надо научиться работать не жестко. После внятного перегиба света и тени, который обычно более темен, перегиб света и тени. Обычно идет рефлекс, то есть отражающийся свет на вот этих вот местах. Вот я их показываю. Вот там щель. Я ее показываю. Конечно, мастихина, но я просто лень бегать за мастихиной, ничего. Все равно лень. Какая получилась красивая, была правильная. Ты видишь, ведь вытертости очень хорошо играют в нашу игру при такой ситуации. Да. То есть в другой ситуации бы это было, выглядело невкусно, в этой ситуации вытертость звучит. Мне очень хорошо тряпочка, на ней немножко растворить. Не, не надо, не растворите. Толщина верхнего века обычно достаточно мощная. Там и толщина века, и ресниц.
Алиманки из вот маленький блик, его здесь нет? Можно. Смотри, как здорово, что у нас всюду цветные пятна, да? От того, что мы вначале, не глядя на рисунок, делали цветнухи. Теперь они так здорово подыгрывают. Как будто он в таком цветном пространстве, откуда на него всюду цветные рефлексы. Убери. Может? Да, вот это будет. Щупаешь, вот щупаешь, что, что хочет прозвучать. Так, а что как если мы? Прячем его за белый. А может быть вот эти мастихи? Сейчас. Побольше. Нет, большой не дам. Или слишком? Нет, хорошо. И она вот с этой... А здесь идея не перелезть, кстати, появилась. Кого-кого? А, идея не перелезть, да. Может быть, здесь что-то порисовать, и здесь порисовать что-то, что рассказывает о нем как... Он архитектор. О! Представляешь, как рассказывает какие-то архитектурные проявления. Домики, шмомики. Может быть. Это была идея уха. Ну и что? Ничего. Не, ну можно попытаться ухо сначала дать посмотреть. Ну, наверное, было бы правильно сюда что-нибудь третье лицо, потому что получается раз, два, а здесь как-то. Угу. Давай, подумай над идеей. Вот, вот так вот чуть-чуть подсобрать, угу. Потом взять вот такую же краску и сделать вот так. Вот это. Угу. Отделено, а это уходит вот, вот просто в лохмики. Ну давай, в конце концов, это красиво, и больше, это очень и больше красиво, можно и там больше ничего не хотеть, ага. Ух ты. А может так? Ну, давай, импровизируй. Если что, забивай. Хочется забить.